Первый раунд. Команда Night Wolves будет играть в большинстве. Два лидера встречаются, все пока играют очень-очень осторожно. Админ РПГ. Команда Русские бандиты уничтожает двух игроков команды Night Wolves. Night Wolves, в свою очередь, Дэн и Чемп отвечают тем же. 5 против 6. Цесс позиция на крыше. Меня очень поражает выбор оружия этого игрока. М4А1, автоматическая снайперка. Я же об этом неоднократно говорил. Вот спаунер. Недалеко от на вражеской части крыши тоннеля. С РПГ ждет чего-то. Сесп уничтожает Блэк Кинга. И теперь уже команде Night Wolves нужно атаковать. Попробуем переключиться за них. Не обещаю, что получилось. Спаунер уничтожает Чемп. Вот профессор. Спаунера. Не смог. Профессора окружают. Команда Альфа победила. Его в спину. Первый раунд остается за командой Русские бандиты. Посмотрим матч с их стороны в этот раз. Как и в прошлый раз. Так, это у нас Team 1 бандитов играет, да? Да, это первая команда, та, которая сейчас идет на втором месте в турнире, и Night Wolves, которые идут на первом, забрал. Сесп уничтожает художника. Стрелка, чем КВЛ теряет здоровье. В голову Сезон прилетает пулю Вэлла. Но не задевает его. К сожалению, я не понял, как произошли потери в команде Night Wolves. Остается всего двое. Так, а я пока все же вернусь к вопросам по поводу вот этих вот организационных моментов, распределения команд и так далее. А, ребят, мы прекрасно понимаем, что могли наблюдаться какие-то вот такие вот моменты сложные с распределением, с организацией. Это первый турнир. При проведении следующего турнира все эти моменты будут учтены. И формирование турнирной сетки, и распределение команд между Альфа и Браво. Вот, поэтому давайте мы вот сейчас не будем так яростно реагировать на то, что вот если что-то не так. Если вы считаете, что что-то не так, вы обязательно сообщите об этом, только лучше всего не ВКонтакте, опять же, в обращении в службу поддержки. Мы почитаем обязательно ваши отзывы. И в следующий раз, к следующему турниру, конечно же, правила будут с изменениями. Вот, поэтому если вы что-то хотите сказать и как-то прокомментировать, то... Ждем с удовольствием. Мнение ваше очень важно для нас. Сегодня бездушная машина позволяет мне достаточно свободно переключаться между командами. Этот раунд был охарактеризован очень такой мощной серией разменов на РПГ и на снайперских винтовках. Команды были в равных составах буквально до последнего момента. Сейчас было 2-2. Сейчас... Дэна удалось уничтожить, по-моему, спаунера. Арктика должен сейчас уничтожить одного из игроков команды соперников. Хотя ему нужно уничтожать двоих, судя по состоянию здоровья игроков. И вот мы смотрим за развязкой этого раунда. Арктика выходит к скамейкам. Видимо, заметил уже, что... двух игроков команды Night Wolves. Команда Браво победила! И Дэну удается уничтожить его из УМП в ближнем бою. И первая победа в этом матче за... Первую победу в этом матче одерживает команда Night Wolves. Читаю немного комментариев. Вадим Бергут пишет, что Вымпел молодцы.
И вот следующий комментарий прям меня очень порадовал. Вячеслав сообщает, что есть записи стримов у бандитов на форуме. Вот, будет обновляться. Я сейчас посмотрела. Не буду, конечно, сейчас скачивать, потом посмотрю. Здесь достаточно приличное количество записей. Вот, нужно будет... Ребят, если вы не против, мы их тогда сможем перезалить куда-нибудь и выложить финальные новости по результатам турнира. Велос гранатомет достает Туборга. 8-7 преимущество в сторону... Преимущество на стороне Night Wolves. Художник уничтожает Экзул. Теперь уже 8-6. Чемпс Палмера 8-5. К сожалению, мы не видели ни одного из этих моментов. Попытаемся переключиться за другую команду. Не удается. Сесп уничтожает на SB Якнас художника. Преимущество изменяется. Теперь 6 против четверых. Изменяется, но тем не менее сохраняется. Сесп уничтожает Криса. 5 в 4. И уничтожает Дэна отличным выстрелом из М4. В равных составах. Сесп уходит со скамеи. Очень мало здоровья. Чем? Это удается, но сверху пытается накрыть Арктика. Арктике это удается. 3 в 3. Но все еще пока преимущество на стороне Night Wolves. Насколько мы видим, сейчас они все на скамейках. Хотя нет, на скамейках профессор. Black King где-то сверху, а Вэл на крыше своего респауна. Вэл спрыгивает в кишку. Нет, не в кишку. Очень плохо видно. Поднимаются они. Крыша соперника. Сейчас, видимо, их будет встречать КНАС. КНАЗу не удается. Еще один размен. КНАС уничтожает Вэлла, и профессор уничтожает КНАЗа. 2 в 2. И матч этот раунд заканчивается ничьей. Опять мы смотрим. Найт два раза промахивается по художнику. Разбивает ящик, за которым художник прятался. Художнику удается уйти, он меняет позицию во внутренний туннель. Цезар сейчас как раз стреляет во внутренний туннель из РПГ. Вот мы видим, что вся команда Night Wolves сгруппирована в туннеле на лестнице, на скамейках. И в правой части своего респауна. Чемп делает первую кровь, уничтожает грамотно кинутой гранатой Сеспа. Экзул сдерживает соперников, которые пытаются подняться со скамеек. Со скамейки выходит на SB, Well. Посмотрим, чем это закончится. Опять перестрелка, без жертв. Спалмер тем временем пытается зайти в спину команды соперников. Попробуем переключиться на него. И вот Спалмер. Сейчас встреча будет с Вэллом. Непонятно, кто будет победителем. У Спалмера очень мало здоровья. И Вэлл уничтожает снайпера метким бросом гранаты. 7-5 в пользу Night Wolves. Туборг грамотно снимает соперника. Минус 2 делает на вражеском респе. 5 остаются. Найт уничтожает Чемпа. Крис Туборга. 4. Художник снимает Ксезара, а КНАС снимает художника. 3 в 3.
50 секунд до конца. КНАС и Арктика находится на лестнице между респауном и крышей. Снайпер сейчас встретится с Найсби. Напугал его, Найсби ушел вниз к скамейкам. И снова Найсби поднимается. Пытается достать его из-за ПП. Попадает по нему, и Арктика заходит в спину на СБ, уничтожает его из РПГ. Нет, не в спину, сверху. Трое игроков бандитов против двоих игроков команды Night Wolves. 10 секунд, нужно идти в атаку. Этим, видимо, и занимается Крис. Но нет. Команда Альфа победила! Раунд остается за русскими бандитами. 3-1 в матче. Смотрим пятый раунд. Да, вот наш ГМ комментирует, что Арктика делал красивый фраг, да. Что-то вылетел. На лицо был отличный тимворк. Да, кто-то вылетел. Русский бандит 4 против 1. Сэс команда Альфа победила. И русские бандиты выигрывают 4 раунд. Найт Вульс в меньшинстве. Выборно. Зул художника. Сейчас Спалмер делает отличный фраг, снимает Криса с лестницы во время движения наверх. Три игрока Night Wolves против 7 игроков. Русские бандиты, раунд вытащить практически нереально уже. У русских, у Night Wolves, у всех очень мало здоровья. Вот сейчас забавная ситуация, Night Wolves не замечает Спалмера, Спалмер не замечает на SB. Команда Альфа победила! И Зум находит на SB. 5-1 выигрывает этот матч команда Night Wolves. Команда русские бандиты, Night Wolves, соответственно, проигрывает этот матч. И русские бандиты выходят на первое место в нашей таблице.